Привет, привет! У нас начинается свадебный влог. У наших друзей сегодня свадьба. Мы в Днепре приехали на их свадьбу. Сейчас заправим машину и стартуем. Я уже при параде. Такое ожерелье надела, сережки сделала, высокий пучок и темный макияж. А пока вы будете ждать, пока мы доедем до свадьбы, я вам скину видео сюда нашего девичника, который был вчера. Прощайся. Да.
Да. Посмотри на всех, все ли собрались, либо есть люди просто, которые красиво оделись, и я их не знаю, они просто потели к нам. Да, это всегда для меня загадка. Так, Вить, ты слышал информацию про тебя? Да. Все так? Да. Увлекаешься играми, играешь на барабанах, да, любишь жену, да, и Тайсона. Это Вика написала. Сейчас вы услышите ту самую историю любви, историю знакомства, историю... Та история, которая, собственно, привела нас сегодня сюда. Сегодня 4 сентября, очень важная дата для вас, для нас всех. Не только потому, что сегодня происходит данное событие, но еще сейчас вы узнаете, в истории, которую заложено очень многое. И также вы сейчас услышите целых две истории знакомства. Вначале вы слышите глазами Вити, потом глазами, как переживала эту историю Вика. Очень большая история, пытался вырезать много моментов. Ну, как мне показалось, вы можете додумать некоторые моменты, и многие моменты вы знаете, вы мне потом еще расскажете. Но самые классные такие моменты, которые произошли с вами, я обязательно упомяну. Итак, история от Вити. 2016 год, антикафе «Место». Кто был? Были? Не все. Хорошо. Не все. Да. Ладно, сходим. Это были совершенно разные компании, где Витя работал администратором, а Вика приходила туда с друзьями. Возможно, из-за хорошего администратора, пишет Витя. Виктория стала постоянным клиентом заведения, и как-то раз случилась шуточная ситуация. Виктор, играючись, подбежал к Вике, встал на колено, предложив ей встречаться. Уже тогда она ему понравилась.
Но она подумала, что все-таки это шутка. Хотя спустя 6 лет Вика рассказала, что Витя ей уже тогда нравился. Но судьба распорядилась по-другому. Итак, 6 лет назад. Мучительно долго ребята вынашивали в себе любовь, которая их уже сильно окутала, но они не хотели в этом признаваться. Ни окружающим, ни себе. Ходили в кино, гуляли, ездили на каяках, купались, ужинали вместе, проводили множество вечеров, провожали ночи домой, но не называли это отношениями и любовью. Хотя, как сообщали ребята, многие из вас, присутствующие, такие, ну, чё, как... Да! Ну чё, когда? Ну. Вот. И то самое 4 сентября сквозь все скитания случился долгожданный для всех нас. Их, да. Первый поцелуй, после которого уже, ну, просто, ну, не отступить. Переезд в Киев, совместная жизнь, работа, планы на будущее – это начало чего-то нового. Написал нам Виктор, поаплодируйте ему за эту историю. Чего-то нового. Всем привет. Я не готовился. Мне нравилось, как она улыбалась. И каждый день мне крепко обнималась. Извините. А этот взгляд, словно маленький котенок, смотрит на тебя. Да, она бывает вредной, обидчивой, но с ней я чувствую себя как дома. Когда-то я писал тебе в стихах. Уже пора, наверное, жениться. Но нет, постой, момент еще случится. Придет вот так. Нежданно, как облака из-за тумана, когда наладим все дела, дела. Так что скажу тебе, мой свет, с семьей мы станем, и это мой ответ. Туман рассеялся и навеял важные слова. Обещаю любить и уважать тебя. Обещаю пройти рука об руку по жизни и быть твоей опорой всю жизнь. Обещаю, что бы ни случилось, быть верным и честным с тобой, избавлять от невзгод и помогать во всем. Обещаю всегда наливать тебе водичку перед сном и не тупить, и не шутить тупые шутки. Обещаю приятно терпеть тебя всю жизнь, радовать подарками и колечками Тиффани. Обещаю крепко держать Пепси в своих руках и быть лучшим отцом наших будущих детей. Я тебя очень сильно люблю. Вика, спасибо. Ну, этого хватит. Прошу вас. Любимый, мой самый родной человек, моя опора, моя поддержка, ты мой свет в ночи. Наверное, невозможно описать словами, как сильно я люблю тебя и насколько я счастлива с тобой. Благодаря тебе я узнала, что такое настоящая любовь. Благодаря тебе я стала сама собой. Спасибо тебе за ту нежность, которую ты мне даришь, с которой ты на меня смотришь. С каждым твоим взглядом, с каждым твоим объятием, с каждым поцелуем я люблю тебя все больше. Наверное, уже кажется невозможно больше, а возможно... У нас было очень много с тобой счастливых моментов. Были, конечно же, и трудности. И я обещаю тебе быть всегда рядом, когда разделять с тобой все радости, счастье, и всегда быть рядом, когда у нас будут трудности. Их будет совсем чуть-чуть, но они же будут, и я буду рядом. Я обещаю способствовать тому, чтобы наша любовь становилась годами все сильнее и крепче. Я обещаю восхищать, вдохновлять и мотивировать себя. Я обещаю оберегать нашу семью от злых и завистливых взглядов. Я обещаю всегда следить за курсом биткоина. Обещаю не ругаться, когда ты играешь с ребятами ночью в PlayStation. Обещаю, что научусь понимать и смеяться с твоих странных шуток. Обещаю быть всегда рядом, даже когда мы далеко. Обещаю создавать и поддерживать уют в нашем семейном гнездышке. Обещаю быть для тебя верной и любящей женой, твоим самым лучшим другом и заботливой мамой наших будущих карапузов.
И через 50 лет мы будем с тобой теми самыми милыми старичками, которые гуляют друг с другом за ручку и смотрят друг на друга тем самым 20-летним влюбленным взглядом. Я безумно тебя люблю. Пасхалочка, чувствуешь? Тебе колец. Первое колечко. Первое колечко. Надевайте Викторию. Тут под аплодисменты, да, можно это все делать. И давай коробочку я заберу. Главное, чтобы никто не исчез. И покажите нам кольца. Мы зафиксируем это в памяти у себя. Раз и навсегда. Ну что ж, здесь остается заявить еще раз, на всякий случай, продублирую эту дату, которая сегодня звучала уже много раз. Сегодня действительно 4 сентября 2022 года. И я с помощью всех вас, да, и сейчас прямо чувствуете, как витает эта энергия, да, любви, хочу раз и навсегда объявить вас мужем и женой. Поцелуйте друг друга. Я тебе просто отдала самое мое дорогое, самое наше, самое дорогое, самое бесценное. И вот мы с папой вот, ну, на 100% уверены, что она в надежных руках, она в любви, она в ласке, она тебя будет вдохновлять. Я вот за тебя уверена и за нее тоже уверена. Она будет по маленькому кирпичику строить свой домик. Поздравить. Я души желаю вам, сумейте свой дуэт прославить и все делите пополам. Будьте счастливы, мы вас любим, целуем, обнимаем. Браво! Life is so simple. A little boy, a little girl. Laughing and loving, trying to figure out the world. It felt like summer when I kissed you in the rain. And I know your story, but tell me again. Nothing you say wouldn't interest me. All of your words are like poems to me. I would be honored if you would take me as I am. You're still with me when I'm not quite myself, and I pray that you'll lift me when you know I need love. It's a warm celebration. And family trees, teaching the kids to say thank you and please, knowing if we stay together that things will be right. Is that alright?
вот здесь можно еще раз взорваться овациями. Браво! И вот здесь можно, да, ваши аплодисменты услышать много-много.